Эй, вы на канале Juza Play, и сегодня мы с вами поиграем в симулятор качка 4, и видите, что я делаю? Что я делаю? Совсем ничего не делаю, правильно, и поэтому сегодня мы просто почилим, побегаем, посмотрим, что здесь происходит, как тут обстоят дела у наших качков. Может быть, поищем дерзких качков, а может быть, просто пообщаемся с нубиками. Смотри, здесь один стик такой в себя поверил, я, говорит, сейчас всех уничтожу. Но на самом деле он заблуждается. Вот смотрите, мы его так легонечко посадили на жопку, и он совсем разочаровался. Разочаровался в этой жизни и не знает теперь, что ему дальше делать. Но на самом деле-то делать-то можно все что угодно. Прокачиваться, строить свою жизнь, становиться самым сильным. Вот какой-то тут вышибало зашел. Он, наверное, хочет... О, наверное, давайте оставим это в вышибалу и пойдем сходим на Бравл. Может быть, на Бравле мы и попытаем свое счастье. Может быть, в этот раз кто-нибудь зайдет. Я уже вижу одного человека там. О, неужели собралось нужное количество людей? Ну что ж, ребятки, давайте я жду вас. Че, будешь нападать? Ой, сейчас смотрите, один нубик качается. Давай, подходи, давай. Воу, ребята, неожиданная вставочка. Я создал новый канал, связанный с мобильными играми. Теперь все игры, которые я буду играть на мобильных устройствах, будут выходить на новом канале. Если не хочешь это пропустить, обязательно зайди и подпишись. Подпишись на тот канал. Конечно же, поставь колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения и ты смотрел эти видео самым первым и не пропустил ни одного. А теперь мы продолжаем. Давай, бей меня, бей. Ну что ты, давай бей, я ж тебе разрешаю. Потренируй свои удары. Так, девочка, извини меня, пожалуйста, но тебе здесь, наверное, не место. Здесь мужики сражаются в полную силу. Ну давай, я хочу сразиться с тобой, я хочу почувствовать всю радость сражения. Ну ладно, ты чё-то какой-то неинтересный. Я думал, ты будешь со мной сражаться, а ты испугался и убегаешь от меня. Кстати, у меня скины может разбаговать. О, нет, пока не до скинов. Я вижу здесь одного дерзкого драконоборца. Думаешь, если ты убил дракона и стырил с него шапку, то тебе все можно? Но ты заблуждаешься, парень. О, смотрите, еще нубик бегает. Вот так вот. Успокоили, еще одного успокоили. Я хочу посмотреть скины. Могу ли я надеть какой-нибудь скин? Почему у меня скины не надеваются? Подождите, я вижу тут еще какое-то сражение. Ага. Вот это все-таки оказался дерзким качком. Но видите, смотрите, он от злости красный. Я, говорит, злой Халк. Что с тобой произошло, злой Халк? Он от злости покраснел. Сейчас я вам всем втащу, я вас ненавижу. Так, подожди. Давай, молодой человек, успокойтесь, пожалуйста. Так, что ты меня бьешь? А, ты хочешь со мной в догонялки поиграть, что ли? Ну давай поиграем. Давай. Ну-ка иди сюда. Иди сюда, слушай. А, сейчас я тебя поймаю. Нет, не поймал. Смотрите, какой шустрый. Стой. Ой-ой-ой. Да стой ты. Какой шустрый. О, наконец-то поймал. Ой, извини. Я тебя, по-моему, случайно зацепил, пока с этим гонялся. Ну чё, Красный Халк, успокоился? Да я успокоился, всё, сейчас я буду прокачиваться. По-моему, ты не успокоился, ты просто хочешь прокачаться и стать сильнее. Я прав? Да, я сейчас прокачаюсь и всем наваляю. То, что ты прокачиваешься, это, конечно, молодец, но не стоит злоупотреблять своей силой. Это уже не тебе решать. Понял меня? Ну, на самом деле, мне решать. Я ничего не знаю. Ну, короче, знаешь, если я увижу, что ты будешь убивать нубиков, то я тебя все равно покараю, даже если ты станешь сильнее меня. Все, я понял, все, я буду мирным, прокачиваться буду, все. Ну, ты славненько. О, смотрите, он стрелял мои катаны, похоже. А че, ребята, как дела? Да, все хорошо. Ты где такие катаны стырил? У меня, что ли, украл? Не, я купил их в магазине. А, я думал, ты мои стырил. Ну ладно. Что-то вокруг меня тут собираются целая куча нубиков. Че, ребята, пойдемте в Бравл? Хватит плясать вокруг меня. Давайте плясать на Бравле. Сольемся в поединке. Че, у нас, кстати, ничего не добавилось, никаких новых вещей. В магазине тоже ничего нового нету. О, привет, ты уже сразу убегаешь, что ли, от меня? Да постой. О, смотрите, злой Халк. Здорово, злой Халк. Да я тебя боюсь, не надо. Не подходи ко мне, пожалуйста, ты очень сильный. Ну, это же Бравл, здесь нужно сражаться.
Пожалуйста, не трогай. Ладно, я оставлю тебя напоследок. Смотри. Оп. Вот раз. Два. И ты, Халк. Тебе придется. Придется погибнуть. Хоть даже и Бравл закончился, но я все равно тебя победил. Оу, моя статуэтка красуется на первом месте. Замечательно. О, смотрите, какой гигант. Че, как дела, гигант? Нормально все, качаюсь. Ну, качайся. Кто здесь? Смотрите, маленький агрессивный нубик, нужно его срочно наказать. Вот какой, смотрите, злодей спрятался. Кто кого бьет? Все, больше никто никого не бьет. Ты че это такая хулиганка? Жесть тут вообще. А, вот еще нубик злодей. Вы че, нубики злодей? Он прячется под гигантом. Все, не спрячешься, я поймал тебя наконец-то. О, злой Халк. Че, злой Халк? В себя поверил, что ли? Кто там все бесконечно топает? А, тут у нубиков сражение. Не на жизнь, а на смерть, да? Так, слушай, драконоборец, ну-ка хватит топать, ты уже заколебал. Полежи немного, отдохни. О, злой Халк. Злой Халк, ну его наказали. Его вообще просто моментально вынесли. Я не знаю, кто даже такой был сильный, но он, по-моему, ушел на Бравл. Так кто опять топает? Ты что ли топаешь? Ну-ка не топай. Не топай, я сказал. Хватит топать. Топотун нашелся тут. Топает и топает, топает и топает. А я могу статую бить, интересно? Стоп, я все равно первое место занял? Так я не ходил в Бравл, алло. Да, я могу статую ломать, ничего себе. А сам себя, о, я сам себя тоже вынес. И этого тоже давайте надамажим. О, все, я все три статуи надамажил, теперь у них 0 хп, прикольно. Опять ты топчешь, хватит топтать. Что тебе тут прям нравится топтать? Хватит топтаться, вы чё, чё за мания топтунов? Вот люди себя качаются спокойно, все нормально, не топают, а вы прям нужно потопать. Ну ты Халк! Не имется тебе никак. Я тебя предупреждал. Будешь топать, я тебя завалю. О, жесть, вокруг меня тут хоровод. Ты чё, стой! Блин, я не успел спасти. Ну-ка, дети, встаньте в круг. Встаньте в круг, встаньте в круг. Ты чё, Халк, тут разбушевался? Чё ты на мою голову залез? Смотрите, какой наглый. Встал на мою голову и прокачивается. Чё здесь происходит? Да всё, всё, подожди. Успокойся, пожалуйста. Всё, молодец. Всё, успокоили. О, смотрите, все на Бравл убежали. Надо было тоже на Бравл пойти. Ладно, в следующий раз ходим на Бравл. А, этот планетарный качок проиграл. Быстро вылетел ты оттуда, быстро, однако. Да ты чё, он же ничего тебе не сделал, чё ты бегаешь, убиваешь? Я же тоже так могу бегать и убивать тебя, бегать и убивать. Послушай, ты далеко не убежишь, видишь, мои ножки, коротышки бегают за тобой, всё. Я тебя догоню в любом случае. О, получай. Вот так вот, всё, мы разбили его, теперь я его буду наказывать. Частенько наказывать, так стой, стой. Ладно, пускай живет. Если что, еще раз будет возникать, я опять ему по щам надаю. О, здорово, здорово. Ты со мной тут на одной площадке, значит, бро. Ой, ничего себе, ты какой толкающийся. А я могу, интересно, тебя вытолкнуть отсюда? Ну ладно, пойдемте, я хочу увидеть сражение. Настоящее сражение. А почему меня не засосало? Я тоже хочу. Я тоже хочу развлекаться, алло. О, все, здравствуйте, здравствуйте. Я пришел, давай сражаться. Так, чё ты опять от меня убегать будешь, что ли? Смотрите, девочка-монстр. Все, девочки-монстр нет. Ну ладно, вроде никого больше не будет, поэтому я вас тут по-фасту раскидаю. Ты не хочешь драться? Ну придется, прости меня, пожалуйста. Все, изи вин, ребята. Все, я всех раскидал. Это была легкая победа. Ну что ж, ребята, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить свои лайки, писать свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Пока-пока, ребята.